Популярность Дня Святого Валентина растет из года в год. Студенты факультета ППУ не ограничились одними валентинками. На большой перемене во дворе Волжского кампуса прошел флешмоб «Биение сердца». Затем наградили победителей фотоконкурса на лучшую влюбленную пару. Победители определили студенты, голосуя за понравившуюся пару в социальных сетях. Главный приз – билеты в кино с открытой датой. Инна и Василий – одна из трех пар победителей. Классно было, все очень здорово, нам было очень приятно провести так время. Огромное спасибо ребятам, которые нас поддержали. И в скором времени мы отправимся в этот кинотеатр. Кроме этого, на протяжении всего дня работает почта влюбленных, где можно самостоятельно сделать валентинку с помощью заранее подготовленных трафаретов. А как только ящик наполняется, почтальон любви доставляет послание до адресата. Итак, почта любви пришла к вам. Не остались без внимания и преподаватели института. Спасибо.